Глазурь можно использовать для украшения, а также чтобы скрыть недостатки внешнего вида выпечки. Расскажу, как приготовить глазурь с какао, которая подойдет для тортов, пирогов и кексов. Шоколадную глазурь сделать очень просто. Вы можете приготовить ее заранее и отправить в холодильник, а перед использованием разогреть на паровой бане или в микроволновой печи. Глазурь получается блестящая, глянцевая и равномерно ложится. Возьмите себе на заметку этот рецепт. В конце видео я покажу ингредиенты для готовки. Подписавшись, не пропустите новые вкусняшки. А теперь ингредиенты. Какао 0,5 стакана, масло сливочное, маргарин 2 столовые ложки, сгущенное молоко 390 грамм, количество порций 1. Не останься равнодушным, вырази благодарность одним лишь щелчком, подписываемся. Люблю вас, друзья, жду снова.